мы так жаждем встречи с Тобой. Ты так нужен нам, и мы хвалим Тебя, превозносим Тебя. Аллилуйя. Мы приходим к Тебе, Господь, с благодарными сердцами. Мы поклоняемся Тебе и превозносим Тебя. Мы немощны перед Тобою, Господь, но в Тебе сила наша. И мы благодарим Тебя, Бог, за ту силу, которую Ты даешь нам, за ту любовь, за ту жизнь, которую Ты даешь нам. Спасибо Тебе. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе я с хвалою, чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет, как Ты. О, нет, как Ты, Господь, ни на небе, ни на земле, только Ты один. Всемогущий, Бог богов, Царь царей, Господь господствующий, только Ты один, достоин всей славы, о Святой наш! Ты один достойный всей хвалы, мы возносим к Тебе руки, прославляем Твое имя. Ты один достоин всей хвалы, мы возносим к Тебе руки, прославляем Твое имя. Ты велик, и дела Твои сильны, всемогущий и святой. Нет подобного Тебе.
поют Тебе. И другого нет, для нас нет другого Бога, как только Ты, Господь. Ты один, который творит чудеса великие. Аллилуйя! Как сильны Твои дела в нашей жизни, по всей земле, Господи. Нет подобного Тебе, нет другого, как Ты. Перед Тобой склонится всякое колено, и да прославят Тебя все племена земные. Господь, Боже, мы поем Тебе, как велик Ты, святой, всемогущий. Смерти и смерти креста. Ты подарил нам жизнь, жизнь с избытком. Ты пришел в нашу жизнь, чтобы разрушить дела дьявола и создать Твое царство. И мы сегодня благодарны Тебе за новый день, день Твоей славы. Мы благодарны Тебе за новый день, день Твоей силы. Аллилуйя! День восстановления, день исцеления, день поднятие на высоту. Боже, молю Тебя, благослови сегодня Твой народ. Аллилуйя. Благослови нас. Благослови. Твой святой народ жаждет Твоего благословения. Твои дети ожидают Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Как стража ожидает зари утра. С ранней зари взывает Тебе Господь Твой народ. Ожидает Тебя. Милости Твоей. Любви Твоей в действии. Боже, коснись нас сегодня. Коснись нас сегодня. Наполни, 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 наполни. Аллилуйя. Руана Вашанга, Рана Севоши. Риана Вархам, Рана Стия, Сера Вашамбас. Аллилуйя. Хвала Тебе. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик. И другого нет, как Ты, нет, Иисус, как Ты. И другого нет, как Ты, о, Ты велик, и дела Твои сильны, всемогущий святой. Нет подобного Тебе, о, Ты велик, Ты прекрасен и велик. Подобного Тебе.
Небеса проповедуют славу Твою. День дню передают речь, и ночь ночи знание. Аллилуйя! 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 Слава! 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 Аллилуйя! Боже, коснись сейчас каждого человека, кто ожидает Тебя. Коснись каждого, кто нуждается в чуде. Я прошу Тебя, яви свою славу на этом месте. Пусть сегодня всякое дело дьявола разрушится. Да придет Твое царство. Да будет Твоя воля. Аллилуйя. Боже, коснись каждого человека, чтобы никто не ушел отсюда прежним. Но чтобы каждый сегодня пережил обновление, пережил исцеление, пережил откровение. Аллилуйя. Боже, Дух Святой, наполни, 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 дай нам познать Твою волю благую, угодную и совершенную. Дай нам вкусить, как Ты благ. Аллилуйя! Дух Святой, наполняй, 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 наполняй. Урава Шенера Сыр, Урава Камбарадьева Сыр, Урава Камбарадьева Сыр. Жизнь твоя течет, как потоки воды живой. Жизнь твоя течет от престола славы твоей. Жизнь твоя течет от престола твоего. Жизнь твоя течет, как потоки воды живой. Боже, мы принимаем, скажи, я принимаю Твое прикосновение, Твое святое присутствие. Я принимаю Твое откровение. Боже, исцели мою жизнь. Восстанови все, что дьявол разрушил в моей жизни. Боже, исцели меня в духе, в душе и в теле. Я хочу быть благословленным во всех сферах моей жизни. И я знаю, что все благословения приходят от Тебя, приходят свыше, с неба. Ты благословил меня во Христе Иисусе всяким благословением в небесах. Аллилуйя! И я благословлен. И ранами Иисуса я исцелен. Я помазан. Я праведен во Христе Иисусе. Я силен Богом на разрушение дел дьявола. Во мне горит огонь Святого Духа. Я больше, чем победитель. Я иду в самое небо. Я богат на всякую щедрость. Аллилуйя! Аллилуйя! Моя жизнь наполнена светом, радостью, миром. Аллилуйя! Я нахожусь в покое от Святого Духа. Я наслаждаюсь каждым днем моей жизни, потому что мой Бог со мной. Аллилуйя! А если Бог за меня, то кто против меня? Аллилуйя! Красен и велик, и другого нет, как Ты. И другого нет.
нет, как ты, о, ты велик, и дела твои сильны, всемогущий святой, нет подобного тебе, о, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. Твои сильны, всемогущий святой, нет подобного тебе, нет подобного, нет подобного тебе, Боже святой. Ожидаем сегодня Твоей милости. Мы получаем Твою милость и обретаем благодать для благовременной помощи, находясь у престола благодати. Аллилуйя, Отец. Я молюсь сейчас о каждом, кто болен. На этом месте Ты силен исцелить Твой народ. И силен восстановить Твой народ. Если в вашем теле есть болезнь, положите на себя руку, я хочу молиться о вас. Дух Святой, коснись сейчас каждого человека, кто возложил на себя руку с верой. И я молю Тебя, чтобы прямо сейчас всякое дело дьявола было разрушено во имя Иисуса. Ибо Ты сказал, что если попросите, чего бы ни попросили от Отца во имя Мое, Он даст вам. Отец, я молю Тебя во имя Иисуса, Сына Твоего. Коснись и исцели каждого человека, кто сегодня болен. Какая бы ни была болезнь, Ты силен исцелить Твой народ. Ты сказал, что Ты Господь, целитель наш. Что Ты прощаешь на наши беззакония и исцеляешь все наши недуги. И мы принимаем, Господь, сейчас Твое исцеляющее помазание и Твою исцеляющую силу на этом месте. Ты целитель, Ты освободитель. Аллилуйя! 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 Glory! Шарбекантера бостура маштия. Я верю, Бог исцеляет чьи-то бронхи. У вас спазмы часто бывают, как астматическое проявление. Примите исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. А также у кого-то проблема с печенью. Серьезная проблема, как гепатит. Примите исцеление во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Lord, Шам, Раки, Дастиас. Лер Борас, Ама Шам, Корла, Бесчиас. Лер Бола, Камбра, Дастиас, Эшинта. Дух Святой, коснись. Пищеварение. Бог исцеляет какое-то нарушение пищеварения. Будьте исцелены прямо сейчас. Во имя Иисуса. Дух Святой. Дух страха уходит сейчас во имя Иисуса. Принимайте исцеление. Бог сейчас здесь, чтобы освободить. У кого-то долго не заживающая рана на боку, на теле. Примите исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. Рана заживает прямо сейчас, затягивается. Во имя Иисуса Христа. Будьте исцелены. А, мшема колбара ти сешата. Ребоко шамбакан длера бостиас. Аллилуйя. Аллилуйя. Кого-то хронические головные боли, примите исцеление прямо сейчас. Бог исцеляет ваши сосуды головного мозга. Будьте исцелены во имя Иисуса. Аллилуйя. Спасибо, Дух Святой. Боже, мы принимаем, Господь, обилие Твоей благодати. Мы принимаем, Господь, Твое святое присутствие, как дар, как Твою заботу о нас. Ты вывел нас из рабства, чтобы подарить жизнь, подарить свободу. И мы принимаем эту свободу с радостью. Мы не оглядываемся назад, мы идем только вперед. И во Христе мы счастливы, мы благословены во имя Иисуса Христа. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аллилуйя! Аллилуйя! Шабака просто Бог! Аллилуйя! Слава, слава Господу! Он достоин! Аллилуйя! Не забывайте, что Иисус достоин больше славы, чем просто слава Богу. Он достоин высшей хвалы. Аллилуйя. Читая книгу Откровения Иоанна Богослова, я читаю, что там несметное число людей с пальмовыми ветвями в руках постоянно воздают славу Христу. Постоянно. Агнец достоин. Аллилуйя. Агнец достоин. Аллилуйя. Принять всю славу, всю честь, все богатство, всю премудрость, все величие, всю силу, все, что есть у нас, все Ему. Аллилуйя! 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 Аминь. Аллилуйя.